Я предлагаю всем подняться в актовый зал. Да, давайте. Для вас хочу представить, что здесь находится исполняющий обязанности министра здравоохранения Архангельской области Александра Сергеевича Держтанского и руководителя инспекции по труду города Архангельска. Здравствуйте. Значит, сегодня поездка Александра Сергеевича ознакомительная, рабочая, с целью познакомиться с городом, с больницей, с проблемами здравоохранения, которые есть, и никто их не скрывает. Ну и в более, так сказать, плотном общении выяснить все интересующие вас вопросы. Надеюсь, что сейчас вопросы, которые будете задавать, они будут слышны. И если будет такая возможность, мы эти вопросы постараемся решить. Сможете поднимать руку, будем давать слово и будем слушать ваши вопросы, пожелания, предложения. Ко мне уже более 2 лет назад идут медработники именно с мольбой. Я подчеркиваю, с мольбой о помощи. Нету никакого диалога с администрацией больницы. Я думаю, все сказанное мной подтвердят сами сотрудники больницы. Медицина нашего города уничтожена. Это уничтожено на корню уже. Здесь некому, наверное, уже работать. Уехали лучшие специалисты. Окулист Власова, конкретно по фамилии говорю, выдавлена коллективом, и конкретно Татьяна Анатольевна Свиридовой. Лор-врачи, лучшие лор-врачи уехали в соседний Котлас, кто в МИГе, кто на платных услугах, в общем, уехали. И, соответственно, мы, как жители Коряжмы, возим свои деньги в Котлас, во все возможные платные центры, которых там очень много. Здесь, в нашей больнице, мы помощи не дождемся. Я на собственном примере лично скажу, диагнозы могут не установить годами. Я не обвиняю простых рядовых терапевтов, медиков, операторов, которые были раньше медсестрами. Они запуганы, они запрессованы. Заведующие отделения, конкретно Татьяна Анатольевна Свиридова, запуганы. Лично ко мне пришла девочка-дезинфектор, простой дезинфектор. Она не видела в глаза никогда своего графика работы. Так называемая табельщица Прутчикова Светлана Владимировна. Я ни разу ей в глаза не показывала, могут позвонить в выходной день, приходи. Человек, она воспитывает своего ребенка, и выхода нету просто. То есть полностью запрессованные, заведующие отделения поступают полностью так же, как Свиридова. Они, у нас просьба именно что, как нам восстановить нашу медицину, как нам найти врачей. А мне просто сказали, пока на должности главврача Свиридова, к вам врачи не приедут. Ее знают многие, особенно в нашем регионе. Ко мне также обращались люди с Вычегодского, с Котласа, бывшие сотрудники, которые около, наверное, 5-7-10 лет назад. У всех негативные отзывы. Я не понимаю, люди выходят на меня, не имея диалога ни с профсоюзными лидерами, ни с Зубовым, ни с Татьяной Анатольевной, непосредственно с заведующими своих отделений. Диалога нет. Есть только прессинг, запугивание. Я хочу, чтобы медики подтвердили мои слова за мои высказывания. Я считаю, что честное высказывание. На меня написано ни одно заявление в полицию. А за что? За правду? Я хочу, чтобы слова мои подтвердили сотрудники. Вставайте и говорите. К ней жители Коряжмы тоже скажите. Заведующая терапевтическим отделением Старовойтова Елена Александровна, стаж работы 26 лет, врач высшей категории. Начинала в этой больнице санитаркой, закончила мединститут и вернулась домой работать. Мне этот бардак, который творится в нашей больнице, уже надоел. Этот бардак длится уже много лет. Вот это, простите, вы вообще не медицинский работник. И не надо говорить о всех медицинских работниках. Не переживайте, пожалуйста. У меня работа, я хочу высказаться и пойти работать, извините, потому что беременные нам ждут. Вот. И когда у нас
В общем, вот это все длится уже много лет. И мы собирались тогда в мэрии при бывшем главном врачу Хохлове. И вот эта семья Сиденек, я помню, он фельдшер скорой помощи, и тогда выступал. Только у него тогда были другие претензии на зарплату. И вот он этим талончиком тряс, что я получаю 20 чем-то тысяч. И я уйду из медицины. И вот тогда хотелось сказать, слушай, ну если тебе не нравится, ну иди ты. Иди в «Газпром», в «Роснефть», в «Кучу» куда-нибудь. Ну, потому что у нас другая профессия, понимаете? Вот. И сейчас опять то же самое. Ни один врач, ни один заведующий не имеет отношения к этому всему, что творится здесь. Вот. Дальше. А, значит, по поводу сейчас. Да, ушедших врачей. Спасибо, Ольга Капитонна. У меня было бы большое уважение к доктору Кулакову, если бы он ушел работать в бюджетную медицину. Понимаете, человек, когда ушел из бюджетной медицины, ушел зарабатывать деньги в платную медицину. А чего не пойти-то людям бесплатную помощь оказывать? Не надо кричать, что он там. Он ушел и работает во всех платных клиниках. Вот. И не в одну. Хорошо, в Котлас пойди работай. Или, ну, есть где у нас теперь, знаете, при нашем, в общем-то, этом здравоохранении, я так понимаю, узких специалистов, не стоит дожидаться, учитывая то, что в ординатуру пускают по 4 человека. Вот. Значит, по поводу Ольги Александровны Власовой, окулиста. Никто ее отсюда не выжимал. Что вы говорите за человека? Вот я не знаю, ее и тут нет, а вы за нее говорите. Человек просто уехал, у него тут умерли родители, ее тут больше ничего не держало. Ее позвал брат к себе жить, она уехала. Причем тут... Выжили. Что вы все говорите, что вы все врете, надоело уже. Понимаете, и вот так вот взять, вот это вот все следует, вот это все длится. Ну сколько можно-то наш коллектив трясти, дайте нам спокойно работать. Дайте сейчас вообще... Сейчас отбываете имя главного участка. Подождите, подождите. Вот, и поэтому что я хочу сказать, что мы как работали, так и работаем. При любом главном враче всегда существуют проблемы. Всегда будут недовольны, и мы недовольны, и зарплату хочется большую, и всегда уходим, и конфликты есть. Но тем не менее, мы придем, мы решаем конфликты, не решаем конфликты, но мы не выносим это все, как сейчас это все, извините меня, какой-то, ну, не знаю, какой-то балаган, что ли, это вообще уже ни в какие ворота вот это все, что в интернете крутится. Ну это уже смешно. Так что прекращайте все это. И идите просто работать спокойно, как все работают. И медицина – это не та профессия, где вы будете зарабатывать миллионы. Еще раз говорю, это та профессия, если вы пришли работать. Вы пришли работать ради пациентов, вот, и работаете ради пациентов, а не то, что творится у нас сейчас. Ну, раз уж госпожа Старовойтова задела меня, то я сразу скажу, что большего лицемерия от этого человека я так вот и не ожидал. Это лицемерка. Как вас, ваше имя и отчество, прошу прощения? А? Имя и отчество ваше. Сидельник Николай Валерьянович, Кургас, фельдшер скорой помощи. И хочу лично сказать от фельдшеров скорой помощи, есть такие фамилии врачей, вот как раз вот таких лицемеров, когда привозишь больных в стационар сдавать, то не хочешь вот встречаться с такими докторами. Ведут себя отвратительно, как говорится, в приемнике. И пусть вечера потом меня поддержат, водители другие поддержат. Вот это первая фамилия, Старовойтова. Николай Ильич, давайте сразу. Есть господин Григорьевич? Прошу прощения, что я перебиваю. Можно конструктивно сказать? То есть, условно, мы говорим, здесь идет, что каждый выступающий... Я не готовился, может быть, как они. Я ничего не говорю. Я говорю... Настолько честно, как говорится, и меня люди поддержат, наверное. Не конкретно интересные факты нарушения законодательства, которые... Давайте сделаем вопрос, хотят ли кто с Старовойтовой попадать? Да нет, конечно. Очень злой доктор. Лучший доктор в больнице. Подождите, личные качества мы не будем. Чего вы мне затыкаете-то? Человек выступает, и вы, пожалуйста, каждый помолчите, пока человек выступает. По поводу вашего лечения скажу. Веселов лечил отлично. Другой лечил. Вот как врач-психиатр тоже отвратительно лечит. Больные как поступают тяжелые и выходят с такие же. А мы на вызовах встречаемся с ними. Поэтому сейчас защищать-то будут вот такие лицемерки, как говорится. Ну, обливать грязью. Да ладно, обливайте. Как говорится, я просто взял и честно сказал. Николай Ильич, вот
Есть, были ли какие-то моменты, которые действительно вы считаете являлись нарушением закона? Личностные качества каждого человека, какой он плохой, злой этот человек? Знаете, мы были такие моменты, что наши коллеги даже снимали на видео, но потом постирали, убрали. Вот ихнее, ну как-то люди еще не хотят это вот выказывать, вот это вот, вот ихнее свинство, как они ведут себя с людьми, как они их ругают там, ну вот это, обижают этих больных. Я говорю за горожан, горожане, если услышите, вот в соцсетях выкидывайте, кто-то такая есть. Я каждый раз поднимаю вопрос по оплате труда, потому что мы знаем, что верхушка вот этих вот прикормленных врачей, она себе гребет, она все себе ставит, все подписывает, нет проблем. У заведующих нет, поэтому они и прикормлены. Они никогда за простых фельдшеров слова не скажут. Я, например, мало беру, я работаю день, ночь, отцепной, выходной, четко, месяц. Я еще старше уже годами говорю, ты с меня начинай график, вот ставь меня так, день, ночь, отстаньте от меня. Я не буду вас брать ни подработки, потому что никогда ничего не оплатится достойно, как говорится. Поэтому буду всегда вопрос поднимать о заработной плате. Ну, конечно, не ее беда, как говорится, гребсти под себя или мне, когда ставят то, что я отработал, сколько времени положил. Не собиралась выступать, все тут так знает. Просто обидели, я считаю, нормального человека хорошего, доктора Старовойтова. Я у нее лежала в отделении несколько раз. Я не медик, я ДК-медик, но я почему-то ее считаю, что она очень умный, хороший врач. Не знаю, грубости я с ее стороны в себе не слышала. Так же и к тем, кто лежал со мной в палате. И так как я не могу терпеть несправедливость, поэтому я высказываю. Так же, как говорится, задели других. У нас есть хорошие доктора. Не знаю, верхушка они, не верхушка Свиридова. Но я считаю, что очень. Да, у нас не хватает узких специалистов. Да, я хочу, чтобы они были, чтобы чем-то заинтересовались, чтобы они не бежали с нашей коряжи. У нас ведь не самый плохой город, правда? Конечно. Вот именно. И хочется, чтобы обслуживание было на высоте, чтобы они были. У нас хорошее отделение. Вот сейчас на Скорбляшево, это заведующая, там она со Свиридовой. У нас прекрасные заведующие хирургии. Это то, что я касалась. У нас хорошая терапия. Вот именно этот доктор, у которого я бывала. Не обижайте, пожалуйста, ее. Я вас очень прошу всех. Кого не увидишь в городе, все говорят, а что такое у вас Свиридова творит там? Когда же в конце концов она возьмет, как говорится, себя в руки и будет делать для народа? Это говорят и знакомые, и через знакомых мои говорят, обращаются. Сейчас, когда вот мы стали вот этот вопрос подняли на всеуслышание, мне звонят люди, мне пишут везде в соцсетях, молодцы, молодцы, это давно надо было сделать. Просто-напросто уже невозможно терпеть это все. Это годами все накапливалось. Так же самое, вот правильно у меня супруг сказал, заведующие, они будут молчать. Вот у меня на данный момент моя заведующая, когда она узнала, что я начала такую деятельность, что вступила в профсоюз «Альянс», сама стала председателем, она просто-напросто меня всячески стала гнобить на работе. Я даже два заявления в прокуратуру написала. Заявление написала в трудовую инспекцию, в МВД написала. Она просто вот за последнее время, вот я сейчас в отпуске на данный момент, она мне не давала работать. У меня даже сотрудники мне уже говорили, что собрания, которые проводит она для рабочих, для наших сотрудников, она все внимание на собрании просто направляет при работниках на меня, чтобы меня унизить, чтобы показать, что вот я, что какая у нее сила надо мной есть. Я знаю, что те люди, которые вступили в профсоюз в нашем отделении, это дезинфектора, администраторы, я знаю, что она людей вызывала к себе по одному и просто припугивала какие-то там, брала мелочи, припугивала людей, и после этого люди, вот у нас три человека вышли. Когда мы обратились насчет ковидных выплат, когда у нас лежали больные, у которых была температура, они были переведены в другие отделения, в терапию, выписаны домой. Одна женщина у нас через 10 дней умерла в области от ковид, но нам за это не заплатили. Даже никто не пошевелился, наша заведующая даже не пошевелилась, она беспокоится, потому что ей дела нет до нас, до своих работников, потому что она депутат. Вы к ней хотели обратиться как к заведующей, как к депутату. Она нас даже не хотела слушать. Поэтому нам пришлось идти другим путем. Мы обратились к Яне Панкратовой.
которая тоже является координатором депутатов. Да, мы к ней обратились. Пускай она продавец обоев, но она, по крайней мере, честный человек и не будет наносить какую-то клевету, выносить. То, что она говорила год назад, в ноябре месяце, я вчера прослушивала, пересматривала ее выступление, когда к Татьяне Анатольевне было обращение в администрации города. Все то же самое осталось, все то же самое. Плюс еще к этому всему усугубилось. Посредством защиты, вот я тоже хочу сказать, что посредством защиты, вот сейчас выявляются больные в отделениях, ковидные больные, и не во всех отделениях беспокоятся о средствах защиты. Только в тех отделениях, где лечатся коронавирусные больные, там, да, я согласна, средства защиты есть. Но в других отделениях нет их. А если и есть, так они раз, два, три, четыре и обчелся. Неправда. Не надо говорить мне. Я в своем отделении, когда я подошла к старшей и сказала, что у нас есть температурящие больные, которые потом перевели в дальнейшем в коронавирусное отделение, я сказала, что работать без средств защиты не буду. На что мне старшая медсестра ЗИСКО, Людмила Владиславовна, сказала: очки взяли, поработали, обработали и передали другому. А респираторы можете постирать, потому что их не хватает. Это было сказано старшей медсестрой. И вы говорите, что сейчас есть средства защиты. Может быть, конечно, сейчас они и есть. Я в отпуске, не знаю. Но, по крайней мере, я 1 ноября в отпуске. И до того, как я работала, вышла в отпуск, была такая ситуация. Он заразил. Я хочу сказать, что, видите, в каком плане, коронавирус — такая инфекция, что кто работает, и даже в костюмах и прочее, там нет, как называется, точно установить факт заражения очень трудно. Потому что очень большой период инкубационный, понимаете? И поэтому ссылка на то, что у вас не было защитной одежды, вы заболели, я не знаю. Я лично работаю с коронавирусными больными, хожу, как и вы, в обычной одежде, но не болею. Ну, слава Богу, соблюдаю, значит, у нас организм соблюдаю, так называемый санэпидрежим. И когда вы говорите, что у вас ничего-то нет, я никак не могу понять. Ну, Нагорна тоже заболела. Я никак не могу понять, знаете, в каком плане? Вот у меня доктор сидит, он говорит, что дайте мне одежду. Я говорю, как я тебе могу дать защитную одежду, принести тебе в этот кабинет, когда она у нас в определенном месте находится. Приди и возьми. Нет, ему надо, чтобы принесли, ему вот положили. Так и тут. Все средства защиты, они есть, они доступны, только надо просто проявить личную инициативу, прийти и их взять. У нас 222 человека в нашей первичной союзной организации, вот. И поэтому любое заявление, любого, куда входит 31 врач, имея образование, я даже дальше не считала, кто входит, любое заявление любого человека рассматривается. Ни одного человека никогда не выгнали. Любое. Поэтому, значит, я почему говорю, что у нас рассматривается по заработной плате. Всегда поднимаются вопросы, рассматриваются. Кому что не доплатили, доплачиваются. Бывает, потому что бывает с докладными случаями, всяко бывает. Вот. Но все заявления, все рассмотрены. То, что люди недовольны, я с города Котласа просто сама, да, если можно добавлю. Вот. У меня, во-первых, я тоже закончила два образования, у меня высших, и плюс еще есть техническое образование. Я работала и в органах власти, в суде я работала. И вы понимаете, работали люди из города Коряжмы там. Но мы никогда никто никого не делил. Я первый раз, работая здесь, поняла, что мы четко отграничены. У нас есть Котлас, есть Коряжма. Вы думаете, в Котласе здравоохранение довольны? Также недовольны. Также недовольны зарплатами и всем остальным. Но, к сожалению, любой руководитель Коряжемской, Котласской больницы работает согласно нормативным документам. Если положено выплатить, он выплачивает. Если не положено, выплатить не будет. И любой случай недовольного человека, он рассматривается. А любые хотелки, они не могут удовлетвориться. Я всем объясняю, своим членам профсоюза, которых еще раз на минуточку, 222 человека. У меня просто был случай, пришел и говорит, у меня маленькая заработная плата, я хочу 50 тысяч. Я говорю, а когда ты поступал, ты видел трудовой договор. Это ведь ничего не скрывается. Любой человек, я придя на работу, вы придя, вы ознакомляетесь, сколько вам год положено, оклад, сколько стимулирующей надбавки, все документы, и вы, Анжелика Романовна, 5 раз уже запрашивали. Вы знакомы со всеми документами, нормативными.
Я хотела подытожить сейчас некоторые вопросы по заработной плате. Ни для кого не секрет, что по поручению правительства мы проводили проверки где-то август-сентябрь месяц. Да, нарушения были по перечислению стимулирующих выплат, удержание НДФЛ и в том числе тот факт, который вы указали, Анжелика Романовна. Предписание выдавалось, меры принимались, предписание исполнено. В настоящее время, сейчас вновь поступила жалоба уже от председателя первички Альянса врачей. Если прокуратура нам согласует данную проверку, мы также проведем проверку, просмотрим все вопросы. Еще раз, где-то поднималось в каком-то обращении, вашем там или не вашем, точно не скажу, по проведению специальной оценки условий труда и снижение надбавок. Специальная оценка была проведена. Если вы хотите провести экспертизу, нужно прописать конкретно, какое рабочее место. Не выезжали, не просматривали, не замеряли, не брали с меня объяснений, как с работника и так далее. То есть не нужно эмоциями выражать в обращении какие-то недовольства. Четкая постановка вопросов. В нашем психоневрологическом отделении, когда эта комиссия проходила, там ее вообще никто не видел. Я была в это время на рабочем месте. Вот один человек приехал, женщина, да, старшая медсестра поднялась к нам на второй этаж и сказала, сегодня приедет комиссия по оценке условий труда. Все, вот человек со мной вместе работал. Мы проработали целый рабочий день, никого не было, вот одна женщина зашла, у старшей медсестры просидела где-то около двух часов, все. Потом старшая медсестра у нас поднялась, и я ей говорю, да к чему оценка условий труда? Она говорит, все хорошо, все у нас оставляет. Буквально потом через пару дней выходит, значит, оценка условий труда, у нас, значит, у администраторов повышают недельную часовую норму, убирают вредность и все остальное. Посмотрели. Комиссия у нас четко вся расписалась, где эта комиссия была, ее никто не видел. Так же на скорой, ее тоже никто не видел. На скорой комиссия с бригадой. Я работаю день, никого не видел. Хорошо, не надо говорить о том, чего вы зачем грязи-то? Я около часа работал. Барачина ответственна на бригаде, так что не надо, Коля. Если тебя там не было, это не говорит о том, что ее не было. Ну прям, вы хоть совесть-то имеете? Оценку сделали. 426 федеральный закон. Четко прописано. Может сам работник напрямую обратиться, экспертизой занимается Министерство труда Архангельской области. Может обратиться работник через нас. Может также первичка обратиться. Это ее право. Вы должны об этом знать. Так что если вы с чем-то не согласны, давайте сейчас это не обсуждать. Кто кого видел, не видел, подходил, не подходил. Есть вопросы, написали обращение, будет оно рассмотрено. Мы обратились к людям за помощью, потому что мы уже сами не можем бороться. Да, мы стали выходить в соцсети, мы стали выходить на других людей. И это годами это все накопилось. И это все недовольство это людей вот именно за время работы, вот особенно последнего нашего главного врача, который вот сейчас присутствует здесь. И роддом закрылся хороший. Сколько работников было сокращено там? Да. Остались люди без работы. А теперь у нас нехватка этого персонала. Да, хорошо, врачи сидят, у них все хорошо. А младшего персонала у нас хватает? Сутками работают люди, их просто нету. Сейчас показала коронавирусная вот эта вот пандемия, показала, к чему мы пришли. Да, я согласна, в стране везде такая проблема. Но если бы в свое время люди не были бы сокращены должности, значит, нас бы это, может быть, не в такой возможности, ну, не так бы коснулась эта проблема. Я 10 лет назад проходил медкомиссию водителя коляски. Ну, день я, в принципе, на второй я прошел. Сейчас у меня произошел срок водительского удостоверения. Мне надо проходить медкомиссию. Я не могу коряжно пройти. Мне пришлось ехать в Пятигорск, там 2 дня я прошел. Почему? Можете мне объяснить? Я обыватель, я многих здесь сейчас как бы подтянул, потому что водителей много, сейчас начнут права меня. А в чем сложность была здесь пройти? Здесь, во-первых, врачей нету, во-вторых, поликлиника это очень неудобно, очень неудобно. Нет, вопрос опять-таки, врачей нету, вы можете назвать конкретную профессию, которой нет здесь? Кого окулиста нет? Не было. Окулиста нету, офтальмолога нету. Как? Офтальмолога нет сюда. Сейчас есть один. Не было одно время, неделю не было. Недосмотр проходил, не было окулиста. Угу. Кого еще специалистов нет? 23-го, по-моему. Они все как-то работают, непонятно. Приходится проходить 3-4 дня. Мы до Москвы доехали. Для чего? Для чего? Мне надо, я мать твоих детей.
У меня здесь мама живет, я должна ей помогать своим детям, мужу, семье жить. Мне надо это было ехать в Москву. У нас нету здесь медицинской помощи. У нас онкология молодеет. Мои подруги умирают от этого. И узнается только четвертая степень. Как медосмотры здесь качественно проходятся? Как сдаются анализы? В Сыктывкаре, Кирове, Вологде говорят, вы где сдавали? Коряжма? А! Никакие анализы не совпадают. Гемоглобин это самое простое, что не совпадает. У нас нету врачей. Еще как-то у меня надежда на неврологию, что она не тронет Свиридова ее. Нету. Лор, гинекология сокращены, отделения на одном этаже. Да разве это нормально? Вставайте, девочки, и говорите, как вас унижали. Анжелике, как сказали? Заткнись! Да, мне вообще заткнись, сказали. Есть свидетели? Следующее отделение. Александр Сергеевич, мы бы не начали это. У нас нету врачей. Вот эта вся верхушка административная, они вместе со Свиридовой, половина привозных с Котласа. Дайте нам, здесь коряжмы не найдем, дайте нам нового человека, чтобы восстановить медицину. От имени Свиридовой к нам не идут, не идут. Откуда с Таджикистана нам приехали? Да я, ладно, хорошие не люди. Но почему он гуглит по телефону и справочник открывает, находя диагноз? Он не понимает, что ему говорят на приеме. Я понимаю, что дыма без огня не бывает. Мы, конечно же, должны отреагировать. Мы все посмотрим, мы изучим все документы, которые нам будут представлены. Запросим дополнительные документы, которые будут нас интересовать. Если какие-то нарушения, опять-таки повторюсь, будут выявлены, нами будет предпринят все шаги, чтобы этих нарушений впредь больше не повторялось. А как вот, если... врачей-то как надо вернуть? У врачей есть собственное желание и, скажем так, голова. Если врачи уезжают в другой город для того, чтобы работать там, и их увольнение из этого лечебного учреждения прошло в рамках законодательства нашего трудового кодекса, то здесь никак повлиять невозможно. Создать заинтересованность для врачей, чтобы они сюда вернулись, это другой вопрос. Здесь мы тоже, опять-таки, прорабатываем возможности приобретения служебного жилья для сотрудников, чтобы они были заинтересованы в том, чтобы трудиться и оставаться на коряжинской земле. Я бы хотела вам, как врачу, прежде всего, выпускнику военно-медицинской академии, задать вопрос. Скажите, вот это нормально, когда медсестры, когда, простите, уборщики, администраторы, дезинфекторы вот таким образом обсуждают публично собственных врачей, с которыми они работают. Вот с точки зрения этики, здесь есть социальный педагог, пришла в вашей фронте, есть она? Нет ее, да? Я просто, как журналист, я сижу у компьютера, и где-то 4 дня назад примерно до обеда социальный педагог городской больницы сидел и вел переписку со мной, простите, как, ну, я даже вам, я, кстати, обращусь к вам по этому поводу, на предмет соответствия этого социального педагога должности своей. И у меня просто к вам вопрос как к врачу, не как к его министру. Вот ситуация, когда, простите, люди, не обремененные образованием, начинают руководить больницей, когда начинают, простите, высказываться в маленьком городе о своих врачах, это как вот выглядит с точки зрения этики? И вообще существуют ли какие-то этические каноны в рамках больницы? Я, к слову, о товарище фельдшере хотела бы сказать. Как вы после этого работать будете с заведующим терапевтическим отделением? Так вот, у меня вопрос просто. Вот существует в больницах этих, и я журналист, я не знаю. Может быть, здесь так принято? С точки зрения этики и деонтологии, естественно, не принято ни в медицинских кругах, ни в других кругах обсуждать своих коллег, тем более публично обсуждать своих коллег. В первую очередь обсуждать свое руководство, фактически. Вот. Я так понимаю, ситуация, которая возникла здесь, конфликт, она, в первую очередь, связана с социальной... с чувством социального неравенства, которое обостряется за счет как раз-таки COVID-19 инфекции, которая привела к тому, что кто-то из сотрудников, который действительно работал и продолжает, возможно, работать с пациентами больными COVID-19, получает выплаты, ряд других сотрудников не получает эти выплаты. Вот. Все это в небольшом коллективе, относительно небольшом коллективе видится и считается, и поэтому у каждого резонно возникает вопрос, почему он получает деньги, я не получаю деньги. Это общая проблема, она не только конкретно в вашей городской больнице, она во всех остальных социальных районных больницах, больницах всех фактически субъектов федерации. Что в данной ситуации представляется возможность сделать, насколько все помнят, то есть были, да, ряд социальных выплат в этом году, которые
выплачивались и врачам, и среднему, и младшему медицинскому персоналу. Другой момент, что в настоящий момент не существует фактически младшего медицинского персонала, то есть существует персонал в больнице, который не относится к этой категории. И, соответственно, все законодательные акты, которые в настоящий момент существуют, они не позволяют данным сотрудникам осуществлять выплаты за работу с COVID-19. Поэтому социальная напряженность понятна абсолютно. Но обсуждать ее, вносить таким образом, наверное, все-таки неправильно. По крайней мере, обсуждать фамилии, конкретно назвать какие-то фамилии врачей и обвинять их в чем-то, что они там ушли работать в частную медицину или остались работать в другом лечебном учреждении. Это право каждого человека, и здесь нельзя ни в коем случае его обвинять в этом. Города участвовал в том мероприятии, где очень видно конфликт, внутренний конфликт самого предприятия. Когда мы видим, я не знаю, каким врачом была Татьяна Анатольевна, но как администратор, то видно, что это никудышная. На сегодня задача главного врача – это организация работы. Если бы у нас есть градообразующее предприятие, если бы оно вот так работало, оно бы сейчас в трубу-то вылетело, и мы бы сейчас без света здесь сидели. То есть задача главного врача – организовать работу. Есть врачи, есть остальной персонал. Но мы сейчас видим, что вот эта вся система, при том, что и в стране не так это просто, она просто идет здесь в раздрай. И нам, а заложниками это всего этого становятся жители города. То есть на сегодня есть случаи, вот вы хоть записываете, не записываете. Там соседи, мы же видим, кто по 9 дней, потом у него пневмония через месяц. В конечном итоге во всем в этом, вот в этом внутреннем конфликте, из-за того, что он здесь сложился, мы, конечно, жители города страдаем и будем страдать. Поэтому у меня как бы обращение к главному врачу, это задача главного врача организовать работу. Вот то, что я сейчас выслушал, мне было очень неприятно слушать. Нет такого на производстве, потому что вы делаете все одно дело. Ваша задача это лечить граждан, то есть обеспечить здоровье, развитие города, чтобы у нас и дети рождались и все прочее. А вы вот в этом дрязге, а главный врач, она сидит как со стороны это все наблюдает, и заметно, что это авторитарный режим, конечно. Да, у нас тоже на градообразующем предприятии какое-то мне говорили о том, что да, вот не нравится, иди за забором. Вот там посмотрели за забором-то, никого нет. И на сегодня вахтовым методом завозят людей, уже пишут целое резюме, что такое. Никто же в стране не знает, где такая коряжа. Пишут резюме, и люди уже работают вахтовым методом. А поскольку у вас вот такой внутренний конфликт, так понятно, что врач, даже имеющий какое-то желание куда-то приехать, он не поедет в этот коллектив, потому что ему надо будет или на ту сторону вставать, или на другую сторону. И уже некогда заниматься профессией, когда у вас внутренние эти идут. Не соглашусь вот с Надеждой Геннадьевной, санитаром. Знаете, когда ляжешь на койку, и когда тебе там дезинфектор не может принести, условно говоря, тебе ничем то помочь, ты хоть с койки упади, то тут уже обсуждая врача, не обсуждая врача, мы часто заявляем, что врач-врач. А у нас без уборщицы иногда, знаете, спотыкаются люди и падают, убирать некому. Я к тому говорю, что если вы, Татьяна Анатольевна, вот не служите коллектив вот так вот, у вас дальше будет все это глубже. Это как трещина, вот она разошлась и разошлась. Или вы, может, не понимаете, вот именно как администратор, это уже даже не врачебное. Или, может быть, не хотите вот именно коллектив найти с каждым точки соприкосновения. А так я, конечно, я начальник, ты дурак, или там, я начальник, а ты там санитар или дезинфектор, иди. Как бы. Мне так вам сказали, Татьяна Анатольевна, может, скажи потом. Жители на меня спрашивают, вопрос в том, что всем известно, что с этой больницы 6 этажа так человек вышел погулять через окно. Хотелось бы пояснения от вас, каким образом у нас человек выпал с 6 этажа. Я тоже был проинформирован все время, то есть словно фактически через несколько минут после произошедшего чрезвычайного происшествия Татьяна Анатольевна звонила, проинформировала. Те доклады, которые на настоящий момент я видел, опять-таки связаны с тем, что больница была перегружена пациентами с COVID-19, соответственно, в данном случае пациенты из ПНИ, которые в легкой степени переносили инфекцию COVID-19, они были размещены на 6 этаже этого здания. Что касается мер, которые должны были быть предприняты, естественно, решетки на окнах никто не ставил, никто не предполагал, что изначально и вообще, в принципе, данные пациенты будут находиться на лечении, и что возможно на такое развитие ситуации, поскольку они все получали терапию, которая должна была снизить, нивелировать риск суицидальных мыслей. Насколько я понимаю, до сих пор проводится разбирательство, верно? Да, то есть до конца еще ведутся следственные мероприятия. Вот, как только они будут завершены, я со своей стороны обещаю, что
итоги этого процесса, они будут освещены в средствах массовой информации, и вы также получите объективную информацию о произошедшем. У нас, вот я и хочу понимать, почему так произошло, предполагал, не предполагал. У нас вот есть Лидия Вячеславовна, да, она у нас еще и депутат, она, есть учреждение, в котором четко написано, что вот можно делать, что нельзя, потому что туда попадают особенные люди. В данном случае обязаны были знать, то есть такого, как это так, не предполагали. То есть четко какие-то были документы нарушены. Хотелось бы нам знать. Если представляете, что такое военное время, то есть здесь примерно условия, мы живем сейчас в военное время, когда большой поток пациентов одновременно направляется в данную больницу. И, соответственно, когда стоит вопрос о том, вот этот человек, который находится в интернате, и он может заразить всех окружающих между собой, или его нужно необходимо экстренно и срочно изолировать, естественно, жертвуя какими-то особенностями этих людей и требованиями для того, чтобы организовать их условия и быт, пришлось перевести не только эту пациентку, но и ряд других пациентов, пришлось перевести на базу отделения, которое не предрасположено, не предназначается для лечения пациентов с психиатрическими отклонениями, с психиатрическими заболеваниями. В этот раз мы тоже знаем, что у них 5 больных было, заболевшие. Мы видим, что коллектив заболел. И вы говорите, что как-то так безалаберно отнеслись. Почему там не надо было? Есть требования руководящих документов, в частности, которые издаются главным санитарным врачом. Они полностью определяют порядок изоляции пациента, в том числе, если пациент находится в социальных учреждениях, таких как психоневрологический интернат, этот человек обязан изолирован быть. Если возможности изолировать данного пациента на базе интерната не существует, то есть весь коллектив нельзя изолировать. Понятное дело, что они там, многие оказались между собой контактные. Вот. Поэтому, собственно говоря, и тех пациентов, которые симптомами и которые болели, которые нуждались в лечении, в получении лечения, они были госпитализированы. Те пациенты, которые были контактными, они также были отдельно расположены, я так понимаю, на базе стенах интерната. Правильно я говорю? Подняли вопрос об этике. Вы Карпунову, бывшему министру отбили, Свиридовой точно так же. Но почему бы Александре Сергеевиче написали, им делать в министерстве больше не хрен, что через неделю снова приедут, там его министра, похоже, надо лечить. Это ваш свидетель. Дело в том, что я еще раз повторяю, для меня не совсем понятно, я-то говорю прямо при министре, я видела, сколько проверок по вашим ходатайствам прошло. Каждая проверка заканчивается, Яна Панкратова добросовестно заблуждалась, поэтому по 306 ее привлекать нельзя. Мне абсолютно непонятно, и это правда. При наличии огромного количества проверок, которые прошли у вас летом, ответили на каждый вопрос, насколько мне известно, только что закончилась глобальная проверка министерства. При наличии такого количества проблем тут же потребовалось снова приехать в Коряжму. Мне это реально непонятно. Я поясню ситуацию, да. То есть Александр Витальевич, губернатор, лично поручил мне разобраться с проблемами на местах. То есть Коряжма — это не единственный объект. То есть и Котлас мы посетим, и Красноборск, и Коряжму, и ряд других районов также области обязательно в ближайшее время посещу. Это только чтобы сформировать мнение мое субъективное, которое я также буду транслировать и доложу о ситуации, которую я увидел именно Александру Витальевичу, для того, чтобы, возможно, предпринять что-то для улучшения ситуации конкретно в данном городе. Скажите, по какому указу, приказу, весь младший медицинский состав Архангельской области был выведен из медицинского состава? Это не приказ, это не указ, это решалось все конкретно на местах. То есть, условно, каждый главный врач каждого учебного учреждения, не только в Архангельской области, во всей стране это было сделано, была проведена определенная реформа, на основании которой весь младший медицинский персонал был выведен в ранг иного формата. То есть это уборщики, это администраторы, это дезинфекторы и так далее. Да. Хорошо, почему они выполняют работу вашего медицинского персонала? Вопрос, что прописано у вас в ваших обязанностях и функциональных обязанностях. Если они предусматривают выполнение той работы, которую не предусматривают. А какую конкретную работу выполняете вы, которая не указана у вас в трудовом договоре, но вы ее выполняете, можете озвучить? Сопровождение пациентов на консультации. Причем мы должны помогать в сопровождении.
медицинскому персоналу, но на самом деле мы выполняем сами эту всю работу. И на КТ, и на УЗИ, и на все консультации перевозим мы пациентов. И помогают памперсы переодевать. Помогаем девчонкам, да, ухаживать за больными. И ванну на плечах. И работаем в зоне риска. Позвольте еще раз, пожалуйста, ваше фамилию, отчество. Быстров Андрей Николаевич. Андрей Николаевич, я изучу вашу должностную инструкцию, просто ради интереса, для того, чтобы понимать. Я думаю, вы с ней были ознакомлены в любом случае, поэтому то есть, как бы, вопрос просто, что прописано там и как все это выглядит. Если у вас прописано сопровождение пациента для выполнения исследования, скорее всего, оно там прописано у вас, то по факту я не вижу здесь ничего проблематичного. Если, опять же таки, вас там вынуждают менять памперсы пациенту, это тоже вопрос. То есть медицинский персонал не выполняет свои функции, заставляя администратора. Но получается, если это Анжелика Романовна, я являюсь заместителем главного врача этой больницы, да? Если я так понимаю, вашу работу вы передаете, перекладываете вашу работу среднего медицинского персонала по кормлению больного, по уходу за какими-то этими самыми мероприятиями, вы перекладываете на администраторов, администраторы сейчас задают эти вопросы. В том числе и ваша работа, уход за больными, наверное, вы давно не читали своих должностных инструкций. Уход за пациентом является обязанностью среднего медицинского персонала. Нет, так это ваше мнение, но это не есть правильное мнение, не так должно быть, как оно у вас делается, может быть, в отделении. Татьяна Анатольевна сказала, что все у меня будут под 15-сантиметровым каблуком. Вот она нас и держит так, под этим каблуком. Чего смеетесь, да? Вы нас бабка смешно. А нам, среднему и младшему персоналу, не смешно. Понимаете, вот они с Котласа ездят на двух машинах. Когда машин не хватало в городе, в эпидемии, они ж не отдали свои машины. Вот ездить и мазки делать, и людей перевозить. Просто очень интересно. Это что за пир во время чумы? Катание вот этих, на этих машинах. И как вообще это возможно? Наши работники, которые работают в области, они туда ездят за свои деньги. А откуда ездят сюда? За наши деньги, за наши средства. Если бы мы могли возместить вакансии в городе Коряжме, поверьте, у котлашан нет желания ездить в Коряжме. Нет работников в Коряжме, поэтому мы работников ищем не только в Котласе, они у нас не только из Котласа ездят. Татьяна Анатольевна, а почему наши работники едут в Котлас? Вы посмотрите, говорят, в Котласе все уже хорошо, расстраивается, а у нас все ухудшается. Потому что мы больница другого уровня. В Котласе межрайонный центр. У нас такой роддомище был хороший, о чем вы говорите? Позвольте, я скажу по поводу уровня, да, то есть действительно в Котласе больше объема оказывается помощи, во-первых, во-вторых, и будут далее также, к сожалению, или к счастью для вашего города. Вот, поэтому, что касается роддома, да, действительно, вы должны понимать то, что когда в лечебном учреждении здесь рождается, могло бы родиться, например, всего на все там 200-300 младенцев за год, то опыт вот этого врача, который он здесь получает, он не очень колоссален и незначим. И целесообразнее, более правильно централизовать данную ситуацию, поскольку роды зачастую сюда приходят в плановом формате. Лучше, чтобы ребенок рождался там, где есть более благоприятные условия для его рождения, где есть более опытные специалисты. Поэтому так и произошло, что из Коряжмы роддом был перенесен, условно, то есть персонал весь переехал в Котлас. По всей России сейчас так происходит, то есть формируется система перинатальных центров, то есть сложные роды. Да. Что у нас все как обычно. Хотели как лучше, а получилось как всегда. Я сам вожу этих беременных. Пока этого не было, туда не перевели. Я всю жизнь отработал, как говорится, и одни только роды у меня у лифта были в нашем роддоме. Это единичные случаи были. А сейчас, если фельдшера не испугаются, скажут, что да, эти случаи повторяются. Почему не признать, что эта оптимизация ничего хорошего не сделала? Знаете, есть такая статистика, которая называется младенческая смертность. Вот если мы про нее будем говорить, если сравним, какая она была 10 лет назад и какая она сейчас,
Это действительно статистически важный показатель, который подтверждает то, что детей стало, младенцев стало умирать намного меньше, чем это было ранее. И это как раз связано с тем, что организована система перинатальных центров, и вот эти экстренные родзалы, которые остались еще в каждой больнице фактически, они не используются, и слава богу. Нам бы хотелось объяснить, донести до вас, в первую очередь, что укрупнение именно вот родильных домов, онкологических центров – это наиболее правильный механизм, поскольку вы тоже должны понимать, как и с детской помощью, так и с онкологией. То есть вы говорите, что не выявляется. Я так примерно вот это понял, но женщин, у ужгородских женщин менталитет такой. Они досидят, годы уже отошли. Лично у меня племянница примерно так и сделала. Я ей говорю, вот ты молодая дура, ты чего так это? Ну я вот, так мы так и возим с уже отошедшими годами за это. И у нас тут железнодорожный переезд, могут сюда-туда гонять эти поезда. И потом... Машина уже переворачивается, как говорится, скажи, сколько раз были вот эти, улетали, кто у нас в Котлу, ой, возили тогда же Спинов, ушел, и недавно машина перевернулась, не поменена, была резина. Вот те раз, закупки какие-то должны быть делать, сами-то себе резину небось поменяли, а с женщинами улетать в кувет, как говорится, и не тот вопрос не поднимает. Вы понимаете, у нас организовалось, в Котласе тоже проблемы с городской больницей. Там давно на скорой ездит один фельдшер. Я просто недавно болела. И с этим сама проснулась, вызывала скорую по разу. Один фельдшер приезжает на прием. Замучен, он отработал 250 часов. Для того, чтобы я попала на КТ, я ждала 7 часов. 7. А люди не делят. Я домой вернулась. Так я после недели это уже было. Ко мне ни разу никто не пришел. Так вы понимаете, в такую ситуацию надо не 30 человек недовольных искать и митинги устраивать, а все-таки объединяться, эти 30 человек, вливаться в тысячный коллектив, в тысячный, и решать проблемы, которые общие, и которые помогают врачам решать эти проблемы. Для этого мы и работаем. И вы, и средний медицинский персонал, для этого вы и работаете, чтобы помогать решать больницы проблемы, а не создавать их. И не давать работать не только больнице, периодически нападки делая в течение полугода, а не давать работать никому, прокуратуре, всем проверяющим органам. Да вот они некогда работают, они работают только на Коряжевскую городскую больницу. На своем личном примере скажу, простой горожанин, заболел я 5 числа, вызвал врача, пришел фельдшер, он не пришел, он бедный забежал. Он выдал мне готовый рецепт, только вписал мою фамилию, сказал, все. Через 3 дня я вызываю снова и к себе, и к жене. Причем фельдшеру говорю, и говорил, когда вызывал, что у меня был контакт с товарищем, у которого подтвердилось. Он заболел, через 7 дней я заболел. Ему сделали? Нет, так и не сделали, хотя приезжали 3 раза. Я не знаю, чем я, собственно, говорил, хотя признаки были именно ковидные. Это мазок даже 100%. Взяли, мазок не взяли, да? А мазок мне не взяли. И таких, как я знаю, больше чем уверен. По Коряжме, и поэтому в Коряжме 2, 6, 3, 5, только вчера 47 человек в Котласе каждые сутки за 30. Но чтобы дождаться фельдшера, то вы сами сказали. Можно было, он приходит уже 5 часов никакой. А чтобы дозвониться утром, я звонил 53 минуты непрерывно. Я вызвал в Котласе скорую. Вот не ответил, чем я болел. Да я согласна, он приехал ко мне без 20 час ночи. И вы понимаете, спасибо. Вот спасибо, что он приехал. Вот фельдшеру я ноги поклонил. Вы понимаете, ну что такое сейчас время? Все организовал, извините. Вот я сюда пришел только для того, чтобы просто посмотреть и послушать. Да? Я не имею никакого отношения к медицине. Вот у меня родители были больны ковидом. И я переболел ковидом. У меня все началось с ребенка. И проблема заключалась в том, что неделю дозванивался. Неделю. Для того, чтобы пришли и посмотрели родители. После чего кое-как увезли сюда, сделали рентген. По рентгену сказали, никаких патологий, ничего нет. Я не буду сейчас вот озвучивать прямо здесь на камеры. Но если бы не мои знакомые, в том числе из медицины, которые потом
всеми там, я не знаю, правдами, неправдами, увезли родителей на КТ. У меня у мамы 25% поражения легких, у отца 15%. Неделю отец еще после этого был дома, только сейчас он находится здесь, его забрали. А маму я ждал в понедельник, 2 часа я приехал за ней в Котлас, чтобы забрать ее после уже больницы, ее выписывали. И 2 часа мне пришлось прождать. Только по одной простой причине, потому что котласские медики не могли найти в какой-то базе сведения о мамином больничном. Потому что даже это никто не внес. Даже эти вещи не умудрились сделать. Но это, по-моему, вот реально какое-то безобразие. Я ребенка своего везу, в принципе, туда, в лабораторию, вот в ВИТУ, да, для того, чтобы сдать анализ по ковиду, посмотреть. После чего я задаю вопросы там врачам, которые вот приходят. Кстати говоря, я вот согласен с мужчиной, не будем говорить про того, сколько врачи идут. Я понимаю, какая у врачей сейчас нагрузка, я понимаю, что здравоохранение захлебнулось, и тяжело. И мы ждем, собственно говоря, там не по одному, там по 2-3-4 дня. Но можно как-то, ну если вот люди уже с температурой 39, можно какие-то, наверное, меры предпринимать, если они уже не один день там лежат, и там, я не знаю, задыхаются от каши. Вот я говорю, я не знаю, что бы было у меня с родителями, если бы в данном случае не сделали бы там по-другому, да? Не пересмотрели эти снимки, уже просто мои знакомые пересмотрели. И не сказали бы, что там действительно есть вопросы относительно пневмонии. И уже потом стали звонить в скорую, и скорая уже просто потому, что мама там грудью встала на входе, и взяли отца, увезли, посмотрели там, сделали КТ. Ну это действительно как-то уже, по-моему, чересчур. Именно в нашей стране почему-то сложилось такое обывательское мнение, что компьютерная томография крайне важна, чтобы поставить диагноз COVID-19, и что она крайне важна, чтобы знать, что вот у меня было 15% поражения, а у меня было 50% поражения. К счастью, то, что вы называете 15-25% поражения, это незначительное поражение. Самое важное, что для врачей, которые к вам приезжали или, может быть, не приезжали, это насыщение крови кислородом, то есть насколько достаточно легкие справляются со своей функцией, насколько хорошо кровоснабжаются органы и ткани кислородом. Вот, поэтому, если здесь кто-то меня услышит и, возможно, это примет к сведению в дальнейшем, возможно, нам станет жить лучше. Томография компьютерная не выход из ситуации. Это первый момент, что я хотел сказать. Второй момент, что касается работы и срока ожидания на дом специалиста. Вы тоже должны понимать, что одно дело, когда вы один звоните на станцию, вам ответили, приехала тут же скорая помощь. А другое дело, когда сотни таких же людей, как в вашей ситуации, начинают звонить и вызывать скорую. Любая система не справится с подобной нагрузкой. Я это все прекрасно понимаю. Да, и, вот. И опять-таки, да, то есть как бы основной посыл такой, что здесь не проблема конкретно этой больницы, не конкретно проблема всего нашего региона. Это конкретно глобальная проблема, которую мы сейчас пытаемся придумать и решить, как этот вопрос в дальнейшем избежать, и чтобы подобные ситуации в будущем никогда больше не повторились. Крайне-то важно, надо было четко организовать работу нашей медицины. Давайте так, по вызовам. Были задержки, конкретные вызова скорой помощи. Люди не могли поликлинику дождаться. Чего же не увеличить-то участки или что-то там, работников не увеличить, чтобы успевали. Пусть даже на какой-то там основе, я не знаю, премиально, еще что-то. Дальше. По 30 штук, по 40 приносили на скорую, ложили эти невыполненные вызова. У нас своей нагрузки достаточно у скорой. Мы еще едем, обслуживаем вот эти вызова. И при том, люди-то ждали именно участкового, чтобы лечение назначили. Скорая не назначает лечение. Дальше что происходило? Делали до 12 ночи, до 24. Потом люди спать ложились. Открывали вот с такими шальными глазами, вы чего? Скорая помощь к вам стучится. Вот не успели. Они говорят, а нам не надо. А потом дальше, когда скорая подолгу, например, задержки эти вызова были, чего не увеличить было количество бригад, как сделали где-то главврачи. Ну взяли, не успеваете, давайте 5 машин введем. Вызовем работников. Как говорится, по-нормальному вызовем, оплатив их в труд. Я с отпуска бы вышел и поработал бы. Но так как, знаете, как оплачивают? Вот это лицемерие, верхушка, которая, значит, у нас сделали, вот это ездит по ковидным. Вот эти хорошие работники заклижут, они получат. Ты сиди там в стороне немножко. Наша система здравоохранения, я сейчас говорю не только за Коряжму,
Она испытывает сейчас экстремальные нагрузки. Вы поймите, и врачи, и фельдшера, и медсестры, и операторы, они тоже люди, они тоже болеют. И когда претензии звучат, а почему, а я столько ждал, а почему вот то и это. А вы знаете, что у нас в критические дни до 250 вызовов доходило в день? И понимаете, и врачи поликлиники, и фельдшера, они работают без выходных. Они работают целый день. Им что полу, как говорится. Да, конечно, и они не хотите слышать, да. Правду и слушайте. Вы слышите просто жители, нам нужны врачи. Относитесь к человеку, а не преспиринованы. Вам нужны врачи. Понимаете, сейчас всех врачей, извините меня, я вообще надоело уже слушать слова за то, что... Я ни одного врача не затронула. Я сказала про Свиридову и административный состав. Что здесь никакой медицинской помощи нет. Так врачи вот пошли. Нет, вы не слушаете. Где не работает? Вообще-то поднимали вопрос. Лариса Михайловна сейчас в ковидной зоне работает. А вы все сами что? Нет, подождите. Подождите, вопрос, а не допустим. Мы собрали, а базар. Понимаете, базар. Со стороны депутатов. Вопросы поднимали младший и средний персонал. И главный врач, извините меня. Коллектив консультации не получает никаких ковидных. Работает, извините меня. А почему они не получают? Потому что мы работаем. Мы работаем на ковидных. А вы знаете, что говорят? Говорят ваши работники. Ольга Капитонова, и Николай Котласа ездят все, они сюда идут. Я вам говорю, Котлас мы ездим за деньги, потому что не хотим идти в Рашу, где потому что ваши же работники говорят, что нам Ольга Капитонова молчать. Да. В таком отношении никто не заставит, что у вас работать не будет. Татьяна Анатольевна, отмените мероприятие. Да, куда пошли? Я не хочу вообще. Я вот сижу, слушаю, понимаете, я работала в Сальвичегодской районной больнице, и когда закрывали Сальвичегодскую, у нас такие же были разговоры от депутатов. И ни один депутат, вот я исполняла обязанности главного врача год, ни один депутат не пришел и не сказал, вот конкретно вот к вам, Татьяна Анатольевна, приходили депутаты, что давайте вместе решим какие-то проблемы. Они, как я называла, я приходила на сессию депутатов в районную, вот с Хохловым мы ездили, на него там нападали, я его защищала тоже, потому что говорю, вы здесь собираете сплетни бабушек и дедушек. Ни один депутат не пришел к руководителям больницы и не сказал, давайте мы чем-то вам поможем, понимаете, какие проблемы. Я считаю, что главный врач... Она не кукла, которую ее должны любить или не любить. Она занимается своей деятельностью. Она тоже пришла в трудные условия. У нас тогда был, по-моему, долг 44 миллиона. Этот долг ведь как-то ликвидировался. Понимаете, мы работаем в системе здравоохранения на ОМС. И у нас депутаты до сих пор, я не знаю, поняли или нет, как мы зарабатываем деньги. Мы зарабатываем деньги только с посещений, с данных вот этих историй, понимаете? Они думают, что нам деньги валятся с неба. Это прошли те времена, когда бюджет нас обеспечивал. Так ведь я говорю? Ну а вот. Кто помогал долги сделать? Не те ли, которые сидели рядом с главными врачами, которые эти долги зачем сделали? Зачем вы так говорите? Вот даже мне стыдно слушать было, когда вы говорите, вот, что вот это вот прихлебнуть да. Главного врача. Мы все прихлебники. Да мы с утра до вечера работаем. Для информации, у нас три депутата городской думы являются медиками. Они вот у нас все здесь. Так что кто кому должен прийти-то, они работают в вашей системе. При таком отношении, что каждая санитарка им кружится. Я вот выступала, Ольга Сергеевна, будет обсуждать деятельность врача, это стыдно и позорно. Во всех высших прежних временах всегда уважительно относились и к педагогам, и к врачам, даже на зоне, извините меня. А вы тут отправили всех. Доктор сидит, уважаемый. Вы ее всячески оскорбили, понимаете? Это очень стыдно и позорно. И при таком отношении населения к врачам никто работать не будет. Все встанем и уйдем, понимаете? Очень много, ведь и пенсионного возраста работает уже. Я вот, извините меня, до 11 часов в поликлинике у себя сижу, с утра до вечера. Почти на две ставки. Так просто никто не говорит. Мы сказали права. Да, вообще ничего не говорит.
дежурит, в ковидной зоне работает, а вы говорите, что она при требовании главного врача. Да вообще, ну, не знаю. Мне очень стыдно. Я полностью согласна. Так никто не говорит, сказали вы. Когда такое тяжелое время, надо объединяться, а не ссориться и не разобщаться, понимаете? И всеми силами все бороться с общей бедой. А вы, вот понимаете, какие-то сплетни, какие-то розни, дрязги. И вот мне даже стыдно, что вот такой коллектив собрался. Непонятно, кто тут собрался. Я человек... Как непонятно, кто собрался. Вы понимаете, приехал новый министр, а вы устроили базар. Понимаете? И тогда слышала, вот, когда Татьяна Анатольевна была с депутатами тоже, слова даже ей не давали. И стали чуть не плюясь. Что ж, Татьяна Анатольевна, не с директором не пригласила поговорить? Это очень неуважительное отношение. Вы даже ее комментарии потом не послушали. Выступила только тогда Наталья Валентиновна, а Татьяне Анатольевне даже слова не дали сказать. Это очень неуважительно, понимаете? Неуважительно. Так если люди не захотели слушать... А их-то уважают. Люди не хотели слушать. Ты не видели, какой толпой они там все вышли? Посмотрите. Почему? Простые жители. Здесь, по-моему, не будет конца. Давайте как-то беречь время врачей и нервы врачей. Мы сейчас пройдем по лечебному учреждению. Татьяна Анатольевна ознакомит меня со всеми подразделениями этого учреждения. Если кто-то хочет еще что-то мне лично сказать, он может меня догнать на улице и лично мне... пожаловаться на свою жизнь, если стесняется сказать это при публике. Но прошу конструктивно говорить, то есть конкретно в какой ситуации вы считаете, что были ущемлены ваши права, а не конкретно говорить то, что заведующий отделением или врач, или какой-то другой сотрудник больницы каким-то образом оскорблял вас, зло с вами общался, грубо с вами общался. Это не входит в аспект какого-то законности и противозаконности действий сотрудников. Вот. Что касается всех остальных моментов, в первую очередь вы говорили про задолженность кредиторскую, которая была в учреждении. Да, она была, сейчас она составляет фактически 0 рублей. Это связано с тем, в первую очередь, что Татьяна Анатольевна, во-первых, грамотно управляла финансовыми вопросами. А вот то, что объявление было сказано, что деньги уходили на заработные платы врачам и заведующим отделением, это неправда. Кредиторская задолженность была сформирована только за счет того, что не так много прикрепленного населения к данной больнице. Это влечет за собой большое количество других материальных аспектов, количество пациентов, которые нужно принять смену, количество пациентов, которые нужно принять в год, различные виды помощи, которые необходимо оказать. Все складывается из этого. Вот. И, конечно же, я прошу, как было в одном из фильмов и мультфильмов сказано, давайте жить дружно. То есть сейчас необходимо всем объединиться, а не стараться ругаться таким образом. Со своей стороны, чем сможет Министерство здравоохранения и правительство Архангельской области помочь, мы поможем. Но чего-то экстраординарного, к сожалению, ждать не приходится. Всем спасибо. Да, на этом закончим. Ну, по трудовому договору я являюсь водителем автомобиля «Гараж». Согласно всему прочему, да, у нас... должна быть определенная должность водителя автомобиля скорой помощи, но никак не гаража. Понимаете? Конечно, но разница, я понимаю, что по полу по полу на разнице. Чем занимаетесь? Чем занимаюсь? Доставляем фельдшеров, вызова. Ну как, скорая помощь вы не работаете? Нет. Как скорая помощь? Как скорая помощь мы работаем. Неотложная помощь, которая обслуживает амбулаторных больниц. А какая неотложная помощь? Она работает с 8 до 18. Мы-то работаем сутками. Сутками? Ну, не сутками, а по сменам. У нас день и ночь. У нас стоит рабочий режим с 8 утра до 20:00. Да, я вот лично, да. Ну, это вы, а вы? И он? То же самое. Только на газельке, только на втором посту. У нас три поста. Я на первом, он на втором. Фамилия как ваша? Василий Федорович. То есть... Как бы я к этому мнению, что как бы разграничения это должны быть такие, что есть у нас там и старшие, и младшие, но водитель-то должен быть конкретным, скорой помощи, а не водитель автобуса. А раньше было подразделение у нас как? Водитель скорой помощи, водитель суда. Я был принят в 2018 году, и в 2019 году нас перевели дополнительным соглашением, трудовому договору, водителем автомобиля обслуживать персонал гаража. Как? Вот это вот. Просто я не понимаю. Если я с этим не соглашусь, то есть вам не нравится, вы идите туда. Мы возьмем, как мне объясняют,
мы возьмем там за воротами водителя скорой помощи. Но он тоже самый будет в должности водителя автомобиля гараж. Ну, нужно смотреть на инструкции, что у одного водителя, что у другого. Вы свои инструкции знаете? Да, даже свои инструкции я знаю свои. Ну так вот и к старой механику-то обратитесь и скажите, Игорь Вениаминович, вот у меня должностной написано то-то, то-то. На каком основании вы заставляете делать работу не прописанной должностной? Вы спрашивали у него? Нет, подождите, извините, я приходил сюда, вот сюда, именно, конкретно. Да, у вас есть непосредственный руководитель. У меня также вы непосредственно будете нет, руководить. Я, нет, я подчиняюсь главному врачу. А как нет? Вы прочитайте должностную, у вас там подчинение прописано. Ну? У вас непосредственный руководитель, начальник гаража. Механик гаража. Ну. Вот вы к нему вот эти вопросы должны адресовать. Игорь Ильич, должностной придите, покажите мне тот путь, на который вы сегодня поставили меня на работу. На каком основании? Это будет ваш законный вопрос. Это будет мой законный вопрос. Я с этим вопросом конкретно приходил к начальнику кадров. Начальнику кадров и просил, вы мне объясните, пожалуйста. Вы не придете, вы меня спросите. Механик гаража говорит, обратитесь, пожалуйста, вот ну, туда-то. Ну, хорошо, вы приходите, тогда будем разбираться вместе. Почему, если что-то вам не нравится, вы не решаете цивилизованно, в определенном порядке? Я цивилизованно вот сюда обращался, да, были все на больничном. Ну, хорошо, я вас что, не пустила когда-то к себе? Нет. Вы ко мне когда-то пришли, вас не приняла? Нет, такого не было. Кто вас курирующий знамок, вы знаете? Я также обратился, да, когда... Зам скорой помощи, знаете кто? Зам? Заведующий скорой помощи? Курирующий зам. Вот у меня есть заместитель главного врача, который курирует определенные разделы работы. Лечебную работу, экономическую работу, поликлиническую, оргметод работу. Это, на этот вопрос не могу ответить. Вот. То есть я вы знаю, когда не получили удовлетворение на свой законный вопрос, у всех людей законные вопросы, имеете право знать. Если вы не удовлетворились, вы дальше-то что сделали? Законно-то как-то нашли ответы на свои вопросы? Законно нет. Ну так, а чего по лугам устраивать? Какой? Я хочу, чтобы мне вот ответили. Я сказала, я вас приглашаю. Вот Александр Сергеевич едет, мы с вами индивидуально. Вы ко мне придите, у меня есть приемные часы. Я еще ни одному человеку, ни одному посетителю никогда не отказала. Я вас прекрасно понимаю. Пожалуйста, приходите. Вот, смотрите. Если вы не найдете ответы на свои вопросы у людей, которые вам по подчинению. Вы не у меня в прямом подчинении, вы поймите. Хорошо. Вот. Александр Сергеевич, скажите, пожалуйста, что сейчас происходит в гражданской больнице, то, что вы увидели? Я увидел определенный конфликт между рядом сотрудников, в первую очередь это младший медицинский персонал, администраторы, дезинфекторы, которые по какой-то причине возмущены отношениями не только к ним, но и между собой. Поэтому нам необходимо будет в этом вопросе разобраться, постараться, ну и, естественно, предпринять какие-то шаги, чтобы ликвидировать этот конфликт. Вот какие шаги? Можете уже сейчас? В настоящий момент не готов сказать, потому что я фактически сразу, как только прибыли в данное лечебное учреждение, сразу же пришли в актовый зал. Вот хотелось бы пройти лично по всем подразделениям, осмотреть их, увидеть какие-то проблемы, которые могут быть, изучить документы, которые будут представлены главным врачом, и уже после этого делать для себя какие-то выводы. Возможно, еще с кем-то посоветовавшись дополнительно. А вот этот конфликт, который вот сейчас, да, вот жители и работники медучреждения, они высказывают, да, он же назревал не один, не два месяца, как они говорят, что он назревал несколько лет уже. Конфликт, вот. О конфликте известно уже давно, просто COVID-19, он, скажем так, приподнял этот конфликт над всеми остальными проблемами, которые существуют не только в данном городе, но и вообще в регионе. Вот. Ну, плюс дополнительно, я так понимаю, ряд сотрудников больницы, они настолько уже были возмущены, что их, скажем так, точка кипения и точка невозврата была пройдена, поэтому все это в настоящий момент и выплеснулось в данную ситуацию. А вот эти вот личные жалобы людей, которые вот сегодня выступали, как вот на них будете реагировать? Ну, все жалобы, которые поступили, к сожалению, они не носили какого-то конструктивного характера, вот, к сожалению или к счастью. Вот. Плюс больше говорили эмоции в людях, чем здравый смысл. Вот. Но, естественно, необходимо будет с этим вопросом также подробнее вникнуть в него и уже после этого делать какие-то выводы. То есть,
сейчас будете заниматься поиском ответа на вопросы, которые не... Ну, в первую очередь, вопросы, которые у меня возникли в моей голове, вопросы, которые возникли. Вот, и я, конечно же, понимаю, что конфликт в коллективе, какой бы он большой или малый не был, он все равно всегда его можно реализовать. Здесь вопрос именно подхода к решению этого конфликта. Вот, то есть, насколько бы все плохо не было, насколько бы, скажем так, не возникала разница по заработной плате, разница по условиям труда для сотрудников. Если я убежден в этом, что если с ними поговорить, если лично участвовать в решении каждой конфликтной ситуации, то этого можно постараться будет избежать. Простите, а может такой вопрос? А если конфликт подогревается извне, тогда как быть? Ну, можно же всегда попытаться предотвратить какое-то влияние извне. Поэтому здесь вопрос, как это сделать, как это применять. И есть ли, опять же, влияние извне, это тоже предстоит нам узнать. А вы это видели, альянс врачей? Нет, я бы не сказал. Но каждый человек имеет право на свое мнение, вы же должны понимать. То есть, ну, достаточно свободная страна, да. Но то, как он демонстрирует свое мнение, и то, к чему приводит последствия высказывания своего мнения, это другой момент. И опять-таки, сейчас я не готов давать комментарии о том, что нами будет предпринято или что нами не будет предпринято. А вот еще, Александр Сергеевич, да, и вот здесь вот люди возмущались по поводу того, что главврач не идет с ними на контакт. У них и возмущения это были, то, что, потому что их не принимают, их не слушают, поэтому они выходят в соцсети, они выходят, вот, ну, так сказать, вот с такими возмущениями. Вот что, как вы можете эту ситуацию прокомментировать? Я думаю, что мы сейчас в той комиссии с Татьяной Анатольевной совместно обсудим этот момент. Возможно, рассмотрим какие-то дополнительные часы приема главного врача для, с вопросами для сотрудников, чтобы все это, возможно, было решено в индивидуальном порядке. Потому что я уверен, что ряд ситуаций, которые в настоящий момент возникли, их можно решить индивидуальным путем. Александр Сергеевич, простите, у меня вот такой вопрос. А вы увидели вот хоть в каком-то вопросе повод для ответа? К сожалению, нет. Вот, это меня немножечко печалит, потому что было такое количество обращений именно в соцсетях, а фактически выхлопа, прошу прощения за жаргон, я не получил. У меня еще один раз я хочу вот как раз заострить на этом внимание. Я, к сожалению, не имею отношения к медицине. Вообще, возможно вот такое, чтобы с врачами так разговаривали их подчиненные? Ну, вы должны понимать, что все люди по себе равны, но здесь вопрос именно деловых отношений, деловых качеств и взаимоотношений в коллективе. Нет, к врачу, как и к медицинской сестре, как и к санитару, должно быть уважительное отношение. Просто демонстрировать это неуважительное отношение в личном беседе, тет-а-тет, всегда можно, конечно же. Здесь дело каждого. Но когда это выливается в общественные слушания, когда при присутствии большого количества людей происходит ситуация, когда каким-то образом обвиняют и нелицеприятно очень говорят о человеке, это неправильно. Вы простите, я еще раз говорю, я не училась в медицинском вузе, но я полагаю, что субординация, особенно военно-медицинская академия, это вещь очень важная. Да. И я вот посмотрев вот сейчас на ту ситуацию, которую продемонстрировали, в общем-то, вот эта фронта, я понимаю, что завтра медсестра у хирурга во время операции начнет ему диктовать условия. Либо уборщица с тряпкой зайдет во время операции что-нибудь подтереть. Вот я полагаю, что в больнице субординация вещь очень важна. Здесь вопрос трудовых отношений. То есть, если трудовые отношения и предусмотренные трудовым кодексом моменты не соблюдаются, то тут, я думаю, что вопрос будет решаться кардинально. С другой стороны, я понимаю Татьяну Анатольевну, то есть кадровый дефицит и укомплектованность и младшим, и средним персоналом, и врачами. Она заставляет желать лучшего. Вот. И в этом аспекте, я думаю, что Татьяна Анатольевна старается сохранить каждого сотрудника. Вот. И поэтому до последнего необходимо будет стараться поддерживать диалог и каким-то образом решать конфликтные ситуации, которые складываются. Еще один вопрос. Я как человек, много поживший, я знаю, что очень многое зависит от того, верю ли я врачу, верю ли я в больницу. Да. Вот то, что вы сегодня услышали, каким образом создают репутацию сами сотрудники больницы, как вы полагаете, какая будет реакция у жителей города? Я так понимаю, что реакция жителей на фоне слухов каких-то, опять-таки, и обывательского мнения, она складывается не очень хорошая, как и вот с компьютерной томографией я проводил аналогию, так и здесь вот это вот слухи, которые распространяются, они негативно сказываются, уменьшают количество пациентов, которые обращаются в это лечебное учреждение. И таким образом они только вредят, то есть они вредят тем фактом, что меньшее количество обращений, в том числе по системе ОМС, приводит к тому, что меньшее количество денежных средств
поступают в лечебное учреждение. Соответственно, страдает и заработный фонд, и ряд других показателей, которые вынуждают нас, Министерство здравоохранения, предпринимать какие-то шаги, чтобы помочь лечебному учреждению выжить в такой непростой ситуации. Ключевой вопрос вот этого конфликта. Вы готовы сегодня отдать распоряжение главному врачу, чтобы она изменила штатное расписание и всех уборщиков и дезинфекторов сделала медицинскими сотрудниками? К сожалению, так быстро предпринимать такие шаги невозможно. Здесь, в первую очередь, касается финансов. То есть ни одна больница в настоящий момент в нашей области, я думаю, что и в большинстве регионов и субъектов Российской Федерации, она не сможет понести на собой такой тяжкий, скажем так, труд в плане выплат именно младшему медицинскому персоналу. Поэтому пока все остается в таком формате, в каком существует. Здесь возможно, опять-таки, если будут изысканы финансовые средства, это дополнительные стимулирующие выплаты для данных сотрудников не только в данном учебном учреждении, но по всему региону. Но это опять-таки в случае, если будет такая возможность. То есть при отсутствии ковидных больных с подтвержденным диагнозом, дезинфекторы, администраторы могут претендовать? Нет, только при случае, если действительно они будут работать в красной зоне. Это речь идет только об этих сотрудниках. Те сотрудники, которые, у которых вспышечно, однократно у кого-то из пациентов происходило выявление, тут же этот сотрудник, не сотрудник, а пациент был, переводился в красную зону. Здесь вопрос уже решается индивидуально, и вряд ли он будет решаться, поскольку фактически сотрудник, медицинский работник с ним не контактировал в данный момент. Здесь прошло примерно 10 или 12 проверок, очень серьезно, да, включая Генеральную прокуратуру. Вы знакомы с этим? Да, я ознакомился и с недавней проверкой Министерства здравоохранения и с трудовой комиссией. Вот. Да, там были выявлены ряд нарушений, да, выявлены ряд замечаний. Они в настоящий момент, насколько я знаю, все устранены, либо устраняются. Вот. Но чего-то, каких-то грубых нарушений выявлено не было.